Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня попробуем показать Попробуем показать реакцию вам, как пумыч отреагирует на маску. Все-таки у нас сегодня Хэллоуин, и надо как-то его поздравить, чтобы привыкал, что такой праздник тоже есть, и мамка будет периодически его пугать. Джой. Он, кстати, научился уже не кусать меня, а просто он берет в руку, там обнимает. Ну, руку берет в пасть, но при этом не сильно кусает, а просто держит. Да, мой хороший? А если заигрывается, ему говоришь «Ай!» И он перестает. Такая маска. Называется «Кобра». Символично, да? Показывают много видеороликов, где животных там пугают масками, костюмами. Ну, собственно, обычно это скорее от неожиданности происходит, потому что обычно животные, конечно, своего хозяина в первую очередь знают по запаху. И то, что я такая пришла, одела маску, ему все равно. Скажи, я маму свою знаю. Да? Нет? Там еще мама не забрала. А еще мы научились есть с рук. Сейчас покажу. Как раз я вам так витаминки даю. Аккуратненько, мальчик с рук кушает с витаминкой, да? Давай сейчас оставим для тебя, да? То раньше он прямо охранял свои кусочки, а сейчас спокойно берет с рук. Молодец, хороший мальчик. И главное, витаминки кушает, да? Здоровым, большим будет. Косточки у нас хорошими будут, да, Пум-пум? Косточки хорошими будут, у нас сильными. Больше ломаться ничего не будет. Естественно, когда я ему даю большие куски, ну, мяса там, такие конкретные, там, или крысы, он, да, конечно, обороняет. А вот когда маленькими кусочками можно даже съедать. Съел? Молодец. Все, и ты витаминки съел. Пум-пум, молодец. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И кидайте в комментарии свои идеи, какие бы вы видео с Пумой хотели бы еще увидеть. Какие его реакции, так сказать. Я помню то, что вы хотели реакцию на мурчание взрослой Пумы. Обязательно найду этот звук, сделаю такое видео. Ну а пока что, пока-пока!